Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Умение быстро шинковать овощи – это настоящее искусство, которое может оказаться очень полезным в повседневной жизни. Так, например, недавно подруга научила меня правильно резать лук кубиками при помощи крышки от баклажки. Теперь я трачу на это намного меньше сил и времени. Первым делом необходимо найти крышку от большой пластиковой бутылки, в которой поместится луковица. Почистите ее, поместите внутрь крышки и сделайте вертикальные надрезы, а затем переверните луковичку на бок и нарежьте кубиками нужного размера. Благодаря этому способу у вас получится идеальная нарезка с минимальными временными затратами. А как ты шинкуешь овощи? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.